Это Бородабата, да? Бородабата? Чунга. Асхат, ертеңгі матчқа дайындық қалай өтіп жатыр жалпы? Көңіл күй қандай командада? Енді бұл ойынға 100% дайынбыз деп ойлаймын. Иншалла, Құдай қаласа, ертеңгі ойында жеңіске жетуге дайынбыз. Индияния құрамасы оңай шағылар жаңғақ емес екенін көрсетті осы ойындарда. Енді өзіміздің жанкүйерлерді, өзіміздің елімізді, қазақ елін қуантуға ертең барлық күшімізді саламыз. Нормальный настрой у нас, хороший боевой. Соскучился по всем ребятам, по Казахстану. Поэтому настрой боевой, будем готовиться. Завтра прекрасный вечер нас ждет, полные трибуны. Поэтому в предвкушении мы. Бүгін жеңсек, ары қарай келесі жылы Еуропа чемпионатының финалдық кезеңіне шығуға болады. Құдай қаласа жеңеміз. Кім болса да, Рамазан Оразов соқса екен деп отырмын өз басым. Абат соға ма екінші таймда? Абат екінші таймда шығады. Абаттан соло гол көрсек, жаман болмаса еді деген ойдамын. Солтүстік Ирландияның сапында қауіпті ойыншылар бар ма? Иә, бар. Енді бұл жерде қанша дегенмен екінші деңгейде болса да Англия, Шотландия секілді чемпионаттарда өнер көрсететін ойыншылар бар. Англияның екінші дивизионында, Шотландия чемпионатында сондықтан да қауіп төндіретін ойыншылар бар. Құрамды көріп отырсыз. Еуро
Қазақстанға шығамыз ба? Құдай қаласа шығу керекпіз, міндетті түрде. Арақа Қазақстан! Рахмет! Максим Сабородов, алғашы голдың авторы, атанды шикарно подключился к атаке. Максим Сабородов и дальним ударом поражает ворота сборной Северной Ирландии. 1-0.
барлығы, бүкілі, сен дамақ жүргіздің. Солсық Ирландияны, Ирландияны ойшылардан кімді аталасың? Бұл камада Эвансын айталам, жақсы қорғаушы соңына дейін ойлады, бірақ та Самаровық соққысына ел олмайған жақсы олды. Жалпы, олай қарсасы болған жоқ, бірақ Қазақстан жарады. Тамаша, құты осы жеңіз. Бас төреші өкініш көрі бізге көмектеспеді. Нашар, нашар төреші, нашар. Керемет баш! Командымызын атам, сізге сыйлық қолдауларыңызға өптен көп рахмет. Әпрезенттің ұлыстарға! Сейчас вечер радости, но завтра на тренировку надо. Так что ждем дальнейших успехов. Наш шанс за квадратный девайс. Ваш гол. Поподробнее про этот момент. Что сказать? Получил передачу, открылся. Здорово ушел, можно так сказать, по-футбольному. Быстро принял решение, ударил в гол. Максим, вы джингисты голды, кем гиарнайсис? Кому посвящаете? Я не ценю Кадаша, если что. Так, а кому посвящаю? Ну, в первую очередь, родным, близким, любимым своей. Также не забываю про весь Казахстан, который смотрит, болеет за нас. Спасибо большое. Алло, Казахстан. В первом тайме, помимо того, что вы еще гол забили, вы спасли от того, чтобы нам гол не забили. Что там за момент? Ну, как я и всем до этого говорил, я честно скажу, мне как будто сердце подсказало, что нужно до конца добежать, что-то хорошее случится. Если не добегу, то что-то плохое будет. Добежал, так получилось, выручил. Бірінші ойыннан кейін әрине өкінішті болды. Осы ойынды жеңіп, қазақ еліне жеңіс сыйлағанымыз өте қуаныштымыз. Балдар өзінің жан тәнінің жүрегінің барлығы алаңға барды. Сәттіліксің. Можно я пару слов скажу и пойду? Да, давайте. Просто поддерживайте нас, пожалуйста, и в горе, и в радости, потому что после того матча много хейта было, и мы одно целое дело, поэтому давайте будем все вместе одним целым. Вам рахмет за поддержку. Мы ради вас играли, можно сказать. Физические кондиции как после травмы? Ну, много не играл, я потихоньку буду набирать. Все, рахмет, рахмет. Рамазан, мы поздравляем вас с победой. Очень нужная, очень важная победа. Сейчас комментарий по игре. Что еще вы скажете? Спасибо большое. Игра тоже здесь очень случилась и очень трудной, потому что соперник такой очень квалифицированный, физический футбол играет. Было непросто после поражения в Финляндии в психологическом плане. И немножко мы, так скажем, были должны, недоволены перед болельщиками. И надеюсь, этой победой мы опять вернули надежду всем и себе. У нас еще впереди 4 игры, если не ошибаюсь. И нужно брать очки по максимуму, выигрывать оставшиеся игры. Также выкладываться, и все будет хорошо. На игре сегодня присутствовал президент. Добавлял ли какое-то дополнительное давление? Ну, если честно, вначале я видел, как он сидел, потом уже все забыл. Это так, это да, большая честь в городе, что первый человек страны приходит на наши матчи. Вот, и хочу отметить то, что полный стадион, вторую игру подряд, 20 тысяч болельщиков. Очень горд за это, все пацаны рады. И это добавляет только больше мотивации в нашей работе.